другим темам. Спортивные выходные в Бендерах. Там, в сквере Солнечный, открыли новый спорткомплекс. Теперь здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол и не только. Условия подходят и профессионалам. Вход свободный для всех. Сквер «Солнечный» – новая спортивная гордость Бендер, матчи местных спортсменов и сотни гостей. Так прошли выходные в одном из самых больших районов города. Этот сквер стал украшением не только микрорайона, не только города, но и украшением всей нашей республики. Итак, что здесь есть? Можно играть в баскетбол, волейбол, настольный теннис. Все для пробежки и воркаута. А вот тут поле для мини-футбола. Газон уже прошел первый тест. Вместе с футболистами играют мэр Бендер и председатель Верховного Совета. Уже возникает желание одеть спортивную форму, красивые кроссовки, выйти, пробежаться, прыгнуть, поиграть в футбол, волейбол с компанией, поменять немножко образ жизни своей. Юлиана оценивает яму для прыжков. Летом она будет участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике. Я на этой локации собираюсь тренироваться, усердно готовиться, в частности, на этом стадиончике, так как тут покрытие вполне устраивает меня, особенно для моих прыжков, для бегов, оно прям классное. Покрутить педали на тренажере и забросить мяч в баскетбольное кольцо может каждый. Вход свободный. Будут и секции по легкой атлетике и футболу. В будущем планируем здесь собрать 1-2 группы с района БАМ, чтобы было детям удобно и тренерам, которые здесь проживают, тренировать детей. Площадка великолепная, трава искусственного последнего поколения, подсыпана по всем технологиям и песочком, и резиночкой. Сделан хороший забор, я так вижу, и свет будет. Просто радость души и сердца и спорта. Очень понравилась вот эта площадка. Тут можно на горках кататься. Ну, вообще, тут все разноцветное. Я занимаюсь баскетболом, но я буду приходить на эту площадку и заниматься. Очень классно гулять тут с друзьями. Я здесь каждый день и люблю тут играть в догонялки, бегать и играть в мяч особенно. Респект, потому что дети будут развивать крупную моторику. Маленькие дети начнут все-таки попадать по мячу, бросать мяч, ловить мяч. Помимо того, что скатываться с горок, ну, это было тоже классно. Горки, качели тоже все. Но вот самое главное вот для меня, как для мамы маленького ребенка, вот развитие крупной моторики. Такие площадки появляются в каждом городе. Это инициатива президента Красносельского. Часто спортивные объекты вырастают даже на месте пустырей и свалок. Ну а для Солнечного такой спорткомплекс – настоящая достопримечательность.